Здравствуйте, в эфире команда ФИТ и я, Юлия Борзина. Как быть энергичным, подтянутым, спортивным, а главное здоровым в любом возрасте, нам расскажет Константин Баев, тренер сети фитнес-клубов Европа. Костя, а правда, что тебе 40 лет? Ну да, 40 лет. Да. Ты вспоминаешь? Да, я вспоминаю. Хорошо, 40 лет. Расскажи, как тебе удается быть в такой форме, а главное, где ты берешь столько энергии? Ну, очень интересно. Самое главное, это, скорее всего, гены. Спасибо бабушкам, дедушкам, всем остальным, кто мне их передал. А второе, это не портить их, то есть не злоупотреблять ничем лишним, вести здоровый образ жизни, заниматься собой, быть бодрым, веселым. И спортивным. И все просто, да, и спортивным. Заниматься с нами. Костя, спасибо тебе огромное, ты молодец. Спасибо. Ну что, вы готовы? Мы начинаем. Правый, давай левый. Правый, плавненько все, давай еще раз. Правая, добавим небольшой выпад. Еще раз. В следующий раз останемся. Три, давайте. Три, два, один. Добавлю, смотрите. Три, два, один. Со мной, давай. Три, два, один. Еще. Просто. Все. Давайте останемся еще раз. Давайте. Три. Стой. 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 Три. Два. Один. Возвращайся. Давай. Три. Два. Один. Стой. Стой. Все просто. Еще раз. Давай. И. Раз. Два. Три. Немного вперед. И стой. Приставь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Вперед. Присядь просто. С правой. Вперед. Еще раз. Давай. Раз. Присед. Добавим. Плавно все. Вперед. Присед. Степ-тач. Все получилось. Давайте еще раз. Все вместе. Чуть пошире все. Хорошо? Давай. Ага. Не спать. Давай, догоняй. Давай, левая. Чуть ниже. Отдыхай. Четыре. Три. Контрольный. Давай. Раз. Назад. Давай, 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 давай. Не сдавайся. Давай еще раз. Вперед. Вместе. Прыжок. Не надо. Шучу. Степ-тач. Еще раз. Один раз, и на сегодня это все, хорошо? Четыре. Три. Два. Восстановили дыхание? Давайте. Спокойно и легко все. Прист. Небольшой, аккуратно все. Вниз. Степ-тач. Всем спасибо, что были с нами. Всем доброго. На сегодня это все. Здоровья и вечной молодости вам желает команда ФИТ. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.